get your round of applause. Alright, a pretty picture for the ones that are lost in life. Всем привет, меня зовут Вика, и Новый год все ближе и ближе, и у меня уже скопилось нереальное количество новогодних покупок, так что да, новогодние покупки. Подписывайся на мой канал, ведь уже следующий вторник я объявлю победителей своих конкурсов, поэтому смотри мое предыдущее видео, участвуй в конкурсе и выигрывай. А теперь перейдем к покупкам. И начнем мы, пожалуй, с вот этой упаковочной бумаги, она нереально крутая, я купила всего лишь один рулон в Эпицентре, так как с прошлого года у меня еще остались остатки, так что да. Следующей моей покупкой стала вот эта штука, это лента упаковочная, как я поняла, она стоила недорого, так что да. Дальше я купила вот такие вот декоративные скотчи, где там валяются еще остальных цветов, они очень крутые, блестящие и стоили очень недорого, да. На Алиэкспрессе я заказала вот такие вот крутые мешочки. Они очень-очень крутые, в них очень удобно упаковывать небольшие подарочки. Обязательно задавай свои вопросы внизу в комментариях к этому видео, либо к первому незакрепленному посту ВКонтакте на моей странице. И да, добавляйтесь в друзья, пишите мне, с удовольствием с вами пообщаюсь. А мы продолжаем. Только для вас, но для себя купила вот такие вот крутые помпончики. И в качестве спойлера я вам скажу, что они послужат одной идеей для моего следующего видео. Также на Алиэкспрессе я заказала две вот такие вот крутые штуки на рубашку. Они вот здесь вот вешаются, я не знаю, как они называются. Напиши обязательно внизу в комментариях, если ты знаешь, как это называется. Это смотрится очень красиво и по-новогоднему. Также я купила две вот такие вот крутецкие ручки. И да, это тоже одни из призов для вас. Так что обязательно участвуйте в новогоднем конкурсе. Ну и, наверное, моей самой дорогой не в финансовом плане, а в плане для души, стала вот эта вот красавица. Я обожаю эту елку. Я очень давно себе хотела небольшую искусственную елочку в спальне, так как в семье мы ставим огромную, здоровую, большую, настоящую елку у нас в зале. И да, теперь у меня появилась эта красавица, она мне очень поднимает настроение в моей спальне. Также я купила вот такие вот шарики. И вот такой вот очень крутой набор. Здесь одна пара глянцевая, вторая матовая, третья с блестками. Это очень круто. Я решила свою елку наряжать в золотисто-красном цвете. Мне очень нравится эта идея. Наверное, второй самой крутой покупкой стала вот эта вот гирлянда, которую вы видите на заднем фоне. Она нереально крутая и стоила недешево. Я покупала в Авроре. Как я поняла, что Аврора и Икея это типа одно и то же, так как я видела обзор девочек с Икеи, и там были такие же товары, как у нас, и по такой же цене, так что, наверное, да. Буквально на следующий день после съемки этого видео я купила еще две офигительные гирлянды, одну в Авроре, ну а вторая мне пришла с Алиэкспресса. Также я заказала три офигенных новогодних чехла на Алиэкспрессе, один сейчас на моем телефоне. И еще два я вам покажу вот где-то вот здесь. Вот они очень крутые, смотрятся по-новогоднему и стоят недорого. И еще одной нереально крутой покупкой стал вот этот вот свитер. Вы его могли видеть в одном из моих видео, но он нереально крутой и мне он безумно нравится. Ну что ж, на этом было все. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши внизу в комментариях какой-нибудь интересный вопросик. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео. Пока!